Если на плоскости отметили 10 точек, можно специально взять задачу попроще, там взять 4 точки. И что-то там с ними делать. Пока я отметил сколько тут. 5 и еще 3, надо 2 точки. Так, чтобы на одной прямой там не лежали. Ну, окей, пусть будет вот так. Затем каждые 2 из них соединили отрезком. Каждые 2. Но я все соединять не буду. Я просто скажу о том, что каждая с каждой соединилась. Дальше. Какое наибольшее число таких отрезков может пересечь прямая, которая не проходит ни через одну из этих точек? А вот смотри, есть какая-то прямая, нарисую ее, которая не проходит через эти точки. Вот. И спрашивает, какое максимальное количество она может пересечь. Ну вот еще отрезок, еще отрезок. Например, эта прямая... Будет пересекать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ну, я 11 зелененьких насчитал. А как 11, 13 <свят> точек? <свят> а бывают же вот такие точки, как вот это. Видишь? А, сразу туда и туда. Да, она и туда, и туда отправила. Так это нам выдает какой-то намек на решение. То есть. Нам нужно, чтобы были как знаешь, э, эта прямая синяя будет как сетка. Ну, не знаю, представь теннис. Ну или даже нет, волейбол. Лучше волейбол представить. У тебя есть одна команда сверху, вторая команда снизу. Точки это будут люди. А э, вот эта синяя линия это сетка. Нам нужно сделать так, чтобы как можно больше было соединений между людьми. Вот, например, тут же у нас есть первая команда, давай ее обозначим. Вот это. А1 и А2, два человека. А вторая команда... В1, В2. Тогда, кстати, каждый с каждым должен был соединиться. Поэтому мы не все нарисовали точки. Вот сейчас, если подумать, у нас есть два сверху. Человечка и 8 снизу 2 умножить на 8 16 должно быть точек, правда? Да, значит, какие-то не дорисовали. Вот смотри, есть еще точка из b1, а. можно выйти сюда, лишь b1 с a 2 вот еще b7 с 1. Давай нарисуем b7, с a 1. Да, вот эта точечка, ну также b5, b6, b8, b1. да, должны туда убежать, да. B5, B6, B8. Ну, вот я уже не буду там эти зеленые точки отмечать. Самое главное, что каждый с каждым соединился. А1 соединился со всеми. И А2 соединился со всеми. Любой этот отрезок в любом случае пройдет через синюю линию. А значит будет 8 плюс 8, 16 таких точек, правильно? Да. Почему бы нам... Не сделать эту прямую такой, чтобы она была, ну, разделила их на две команды. Пять и пять человек. Понимаешь? Понимаю. Просто тогда будет пять сверху, пять снизу, и ты пять умножишь на пять. Будет двадцать пять отрезков, которые пройдут через них. А где можно линию поставить? В данном случае, где можно поставить? Давай нарисую. Тебе нужно выделить как-то 5 человек. Я это все стираю, все отрезки. 5 человек можно выделить вот так. Вот пусть будет вот так. 5 снизу, 5 сверху. Только теперь их переименовать нужно будет. И идея такая же, как только что объяснял. Вот А1, когда ты будешь его соединять, ты его соединишь со всеми, правильно? Да. Поэтому из А1 а, выходит... Поэтому 5, 5... на 5, 25. Именно, да. И это то, почему выгодно разделить на команды 5 там и 5 там. Так будет самый большой продукт. Самое большое произведение чисел. Потому что в сумме они все равно дадут 10. У тебя 10 точек. И okay. ты эту задачу теперь можешь решить, даже если точек будет не 10. Если бы точек было 100, тебе выгодно было бы разделить 50 на 50. Их ну, на команды 50 и 50, умножить 50 на 50, 2500 было бы таких соединений. Ну и вот откуда берется 25. 30 мы не можем создать, 35 и 45. То есть когда мы умножаем два числа, сумма которых постоянная, то если мы хотим максимум, нужно умножать э, два одинаковых друг на друга. Вот, например, у тебя как можно э, числа, которые в сумме там 10 дают, видеть. Вот смотри. Ты можешь умножить 1 на 10, будет 10. 2 умножить на... Ой, точнее, 1 на 9. Вот так вот. Будет 9. 2 на 8. 16. 3 на 7. 21. Видишь, оно потихоньку растет, когда я приближаюсь числами друг к другу. 4 умножить на 6. 24. 24. И, и 5, 5 умножить 5, он на 5 самый лучший, да. И так будет всегда происходить. Ты можешь видеть прямоугольники. 1 на 9 это его площадь, ты считаешь здесь. Потом 2 на 8, а? он становится чуть толще, но короче. Правильно? Угу. Потом 3 уже на 7, ну будет и еще выше. Но короче, но тем не менее площадь вырастет. И вот самое последнее это будет квадрат с площадью 25, 5 на 5. Он самый большой, квадрат самый оптимальный. Но самое главное, задачу эту понял, правильно? Просто да. э, ассоциация это волейбольное поле, синяя линия это просто сетка, и у тебя есть две команды. Для того, чтобы было максимальное количество пересечений, количество ребят в команде должно быть одинаковым. Если бы тут в задаче, например, было бы не 10 точек, а 9 точек, какой был бы ответ?